Собрать из Лего машину или дом? Машину. Дом. Забить с пенальти или со штрафного? Со штрафного. Да пусть будет со штрафного. Фэйрплей или гол ради победы? Сложно сказать. Ну, первая мысль. Наверное, фэйрплей. Ну, тоже да. Забить попой или головой? Без разницы. Головой. Это попа, это по-моему. Сборы в Турции или в Дубае? В Турции. Дубай. С любимой в театр или на матче Лиги Чемпионов? На матч Лиги Чемпионов. Да, на матч Лиги Чемпионов. А любимые тоже так выберут? Я думаю, да. Серьезная или смешная? Смешная. Смешная. Наивная или хитрая? Наивная. Хитрая. Проколоть пуп или сосок? Ничего. Пуп и сосок. В белье или без белья? В белье. Белье. Цельный купальник или раздельный? Ну, должен был спрашивать. Раздельный. Это цельный. Накормить малыша или поменять памперс? Накормить. Да, накормить. Ты меня не тролль или я больше не буду с тобой? Не знаю. Ты меня не тролль. Кружит или мокрая девочка? И то, и то. Кружит. Получить бритву в подарок или носки? Носки. Да пусть будут носки. Потап или Тупак? А кто такой Тупак? Это рэпер очень рэпер. Известный. Был. Никто. Нет, да. Не любите рэп? Любим, но их нет. Ну, не слушали. Роналдиньо или Роналду Зубастик? Вдвоем. Да, оба хороши. Джошуа или Кличко? Ну, пусть. Это мне. По-спортивному, правильно? Ну да. Кличко. Кличко. Усик или Ломаченко? Ломаченко. Усик. Соломон или Манор? Вдвоем. Соломон, Манор. Плейбой или газета «Сегодня»? Газета «Сегодня». Плейбой, пусть будет. Сыграть в финале и проиграть или остаться на замене и выиграть? Ну, остаться на замене и выиграть. Тоже. С макияжем или без макияжа? Без. Ужас без конца или ужасный конец? Ужасный конец. Так пусть без конца будет. Главное, чтобы ясность была.